Итак, всем привет! Вы на канале Рик Антона, и мы собираем... Да-да, мы собираем особого Кейна. Осталось 4 команды, а точнее уже 3. Это Борнмут, Челси и Ливерпуль. Борнмут у меня наполовину собран. Остались дикие игроки с линии защиты. Челси тоже собран где-то наполовинку. Ливерпуль я еще не собирал. В принципе, у меня нет ни одного игрока Ливерпуля, по-моему, можно сейчас это проверить. Ну, за исключением те, которые могут быть в моем составе. Да, никого нету. Ну, Арсенал собран. Давайте посмотрим, во сколько обошелся мне Арсенал. Халява. 1100, 2, 3, 4, 5... 5, 7, ну пусть будет 8, 8, ну тут 10, 12, халява, халява. 12 тысяч, ребят. 12 тысяч и набор лучших золотых игроков. Поехали. Так, ну что, 3, 3, 3, да, когда-то казалось, что еще так долго все это делать. Давайте сейчас загляну в трансферы. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь как раз футболисты. Вот этот лишний у меня. Ну, я думаю, что на него вставка повысится. Игроки Челси. Не всех, я думаю, что я смогу купить. У меня почему-то Алонсо. Я что-то его уже... Я же вот... Жесть, короче. 3 раза покупаю Алонсо. Он у меня уже есть. Я еще раз его нажал. Кошмар. Поторопился. Так. Все, идем в магазин и смотрим мои наборы. Набор лучших золотых игроков. 12 игроков, минимум 10 золотых и 6 редких. Блин, ну очень хочется какого-то крутого футболиста. Ребят, вот не... кроме Буфона, да, был Буфонище, но он, блин, здесь недорого стоит. Здесь. То есть такого дорогого никого не было. Ну, про информы я молчу. Информы были слабенькие. На рынке информы, которые мне попадались, стоили порядка 20 тысяч. Ну, тоже, ребят, реально копейки. Шляпа! Попалась очередная шляпа. Да, да, да. Не побоюсь этого слова. Попалась шляпа под... Опа, чили. Да, чили? Да, чили. Так, этих игроков я оставлю. Они мне пригодятся для выполнения различных ситуаций. Испытаний подбора. Давайте сравним цены. Ну, нормально так стоит. Выставим его на 3 часа. Может быть, кто-то и купит. Так, ну вот эти, я думаю, что дорого стоить не будут. Можно, конечно, ради интереса сравнить цены. И окончательно понять, что стоят они копейки. Стоят копейки, но, возможно, кто-то их и купит за полную сумму, потому что иногда здесь бывают неадекватные ситуации, когда просто, ну, покупают игроков. Так, у меня всего на трансфере 2 места осталось свободного, блин. Давайте подороже выставим футболистов. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что они будут стоить подороже. Так, 700... Вот так вот сделаем. Так, осталось вообще 1 место. Остальных придется, получается, в этот. Отправить в клуб. Ну что, осталось 3 места. 3 клуба. 3 испытания подбора команды. И Кейн с 40 тысячами монет будет у меня в команде. Могу сразу примерно предположить, кого из команды я уберу. С учетом того, что, ну, скорее всего... Блин, ну, Старич дорого стоит, его так нельзя убирать. Он 32 тысячи, он стоит по 27 тысяч. Скорее всего... Куплен был за 14-15, да. Ну... Даже не знаю, честно, кого убирать. Убирать-то некого. Чё?
Леннон рулит. Скорость 89. Даже Волка-то я не оставил, а оставил Аарона Леннона, да? В позиции справа, потому что слева у меня, в принципе, есть ребята серьезные. Тот же Мартиаль стоит вон по 25-30 тысяч. Тут все понятно. Поэтому не знаю. Скорее всего, возможно, Мусу переведу на фланг. А уберу кого-то из полузащитников. Продам. И, возможно, это будет тот же Дембеле. Да, есть шанс, что я могу продать Дембеле за 12 тысяч. Вот он, блин, я его покупал за 25, жесть. Куплено за 21. Али, вот еще можно с Али. Не, ну Али мы точно оставим. Я его купил за 45 тысяч, ничего себе. Он сейчас столько стоит. Черта себе. Али подорожал, однако. А Шмейх, интересно, сколько стоит. Купил за 36 500. Ну да, что-то они тут все возросли по цене. Ну, я уж молчу, наверное, про этого. Я его купил за сотку. Куплено за 100. Тоже. Ну, это тоже мне сотка тяжело далась. Поэтому, скорее всего, уберется Дембеле, когда будет куплен нападающий. А Муса будет выходить в полузащиту. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!